Расследование происшествия привело полицейских в квартиру на улице Гоголя, где вечером 1 ноября было застолье. Один из собутыльников, обидевшись на другого, в отместку незаметно набрал на его мобильном 02 и сообщил о бомбе. Оказалось, звонок поступил в полицию Кемского района. Второе сообщение стало результатом того, что один из участников застолья краем уха слышал, о чем собутыльник говорил по телефону. К утру мужчина решил заявить об опасности теракта и побежал к ближайшей школе. В обоих случаях тревога оказалась ложной. 29-летний подозреваемый, так неуклюже подставивший собутыльника, на время следствия находится под подпиской о невыезде.